Ну, кабанюги. Ой, даю жару. Супер. Ну. И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Поздравляю всех с днем рыболовства. Мы на Нижней Москве-реке приехали в ночку посидеть. Лещей ловить будем. Оставайтесь с нами. Надеюсь, будет интересно. Да? Кто там? Первый. Пострел. А? А вот и патинчик. Начало есть. Спасибо. Алексей Юрьевич. Поднимаю. Не рыбака отметили, блядь. Спасибо. Спасибо? Да. Красавец, да? Улыбаемся и машем. Поздравляю. Вот так активатор. АК-13. Ага. Ага. Ух ты, забагренный кабанюга, забагренный. А неплохой забагренный-то. Фу, ну и не ротрепочка. АК-13 принесла нам вкуснятину. Фу, аж руки дрожат. Дал дрозда ты мне. Захребетничек. Аккуратненько за плавничок.
Ну да. Да, вот у меня дрозда. Как вот там килограмм 3, не больше. Поехали дальше. Принесла мне боржа адреналину. Фух. Да. Под музыку Вивальди. Угу. Ну. Под музыку Вивальди. Закат не такой, паренек. Да? Закат типа валют. На сомика закинем крокодил. На крокодил ловив сомов. На крокодилу. Сомы клюют на крокодилов. Ну да. А на закате красивый какой. Но это, наверное, уже не забагано. Да. Куда уводит? Мяу, пузатый. Это тоже забагрен. Мелочь пузатая. Ну-ну. Полежьте на поворотах, мелочь. Нормальная такая мелочь. Нормальненькая мелочь. Ну да, здесь вы хотите покрутасничать. Ну, ради бога. Ага, заваливай. Заваливай. Пищи. Смотри, как клюнул. Я все забросил. Ага. Отклювались на опарыш. Ну иди сюда. Вот так вот.
Бежишь? Домой пойдешь. Иди. Иди. Спокойной ночи. А у нас уже темнеет. Шатун бонуса сегодня не в ударе. Ну, будем ночь коротать, утрица ждать. Утро вечером мудренее. Легушки отоспелись. Не знаю, кто клюнул на мяную снасть. Кто там? Ну так и есть. Сом. Сом. Что ж такой маленький-то, а? Сом. Шипастый. Прикольный ты какой, сом. Опять сомик клюнул. Похоже. Дедин. А. Мало меньше клюют. Ну что ж вы, засранцы. Где большие-то? Не пускаете крупного совсем. А? Опять заглотил бы. Нет, стараюсь спасти. И такие веселые распевы целую ночь. Двух сомиков поймал, реанимировать не удалось. Соседскому коту отдам, что поделаешь. Крупный сомик клевать не хочет, да и лечь не хочет. Тем временем у нас начинает светать. Скоро пойдет жара. Первый активатор. Здравствуй. Доброе утро. Вот мы и в новом дне. Всем доброе утро. Кто-то висит. Выходи давай. Ага. Ага. Ну вот. Где же вы ночью были, а? Вот и утренний ботинчик. Спасибо на сегодняшний день, Алексей Юрьевич. Здравствуйте, спасибо. Красотуля. Поехали дальше.
Так. Не лопата, конечно. Но. А все же. Ну. Коркутик. Коркутик. Да. Последний-то пальцы сделал, что не вступать. Угу. Да, спасибо. Погнали. Наших городских. Ну что, опять забагрен, что ли? Место не сдвинуто. Да непонятно. Мешком висит. Ну и забагрен. Нет. Ты глянь. Или да. И что, такой боров и забагрен? Ну вообще. Странно все это. Но. Такой боров и забагрен. У меня руки не хватает. У меня руки не хватает. Кабанятина моя. Очередной здоровяк. Здравствуйте, спасибо. Ты моя кабанятина. Продолжаем разговор. Фух. Дают же они адреналинище. Слов нет. Могут. Ну. Я тебе залезу в броку. Опа. Боец какой-то там. Как дал. Отдай фидр. Отдай фидр. Ух. Рыбешек мелких разгоняет как. Ух. Да ладно. Никуда не денешься. Никуда не денешься. В любви и женщина. Ух, пошла жара. А-ха-ха. Я только куртку от того отчистил. И эту часть свинячнее всего. Ну, Иван, здравствуйте. Вот это слоняра. Это супер. Очередная супер. Очередной бычок.
пузыри пускает. Какой? Ну, вот так. Да. Очередной бычок. Ух, какой бычок. Прелесть моя. Ага. А. А парик работать начал. От мотылька отказался. Ух, ха-ха-ха. Отлично. Ух. От мотыля они отказались. Начали парить на парша. Ну что ж, живет нас Джипита. Опять пузырь пускает. Да, такой глубины вываливается. Ну. Ага. Давай, залазь. Он нам солнышко как вышло. Ага. Опа. 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 Ух ты. Очередной бычок. На. Взять я не могу. Руки мне не хватает. Ну, кабанюги. Ой, даю жару. Супер. Ну, спасибо. Здравствуйте. Погнали в наши городки. Ну что, расслабончик пришел. Да. Паханечком отдохнуть дал, да? Ну, ты молодец. Здравствуй тебе. Ну, жуй домой. Ну, до свидания. А как, поменьше пошли, да? Поменьше и порезвее.
и порезвее. Ага. Ну-ну-ну. Трава это. Что там? Коряк стоит какая-то. Резенькие пошли. Тоже приятненько. Небольшой, небольшой. Боец. Или большой. Вот так вот. Ну что? Нельзя недооценивать соперника. Да. Опять что ли Семёна попался? Похоже. Во как, густерюга. Ну даёт. А это будет гол в раздевалку. Ага. Хорошего понемножку. Время 8:30. Синец, да? Ну да. Иди. Домой. И я домой. Окончилась наша очередная рыбалка на Нижневской реке. С вчера на сегодня. Ну, день рыболовства я отметил отлично. Еще раз всех прошедшим праздником. Фух, спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на канал в Ютубе. Ставьте лайки и дизлайки, подпишитесь на группу ВКонтакте, ссылка на буду под видео. Ну и наш школьненький уловчик. Еле их угомонил, не уложишь. У бандюги. Супер. Время 8:30 где-то, без 20. Нет, чуть позже. Ну нет, 9 часов, я уже смотрюсь домой. Клёв выключили. До свидания.